Вот я боюсь ездить на лифтах. Шутка. Вот. Но если я боюсь ездить на лифтах, я подхожу к лифту, и этот лифт должен меня сейчас съесть. Вы уже думаете в мыслях. Это знаменитые лифты пожиратели людей. Это настолько часто происходит, что об этом даже не пишут в газетах и не говорят в новостях. Каждый лифт сожрал по 25 человек, и у него висят эти скальпы там. Да, да, так же происходит. Ну, примерно. Да. Кто-то хоть одного человека умершего в лифте видел, кроме врачебного, когда уже везли в морг, понимаете, по дороге. Да, значит, но вот все, вот это ощущение, что меня сейчас помру, и я такой говорю, а, да, да нет, лучше пешочком. И вот этот вот шаг пешочком по лестнице, каждый из них это такое, о, спасение, я живу, живу, я буду жить, я не буду съеден лифтом. И это является положительным подкреплением, которое превращает ваш ужас в настоящий.